Привет, друзья! В этом видео я хочу показать, как я грунтую холсты. Холст натянут на подрамник. Как натягивать холст, есть в другом видео, ссылочка будет под описанием. Там же будет ссылочка на видео, где я проклеиваю холст. Значит, после проклейки, первая проклейка, сутки должен подсохнуть. Я, по крайней мере, сушу сутки. Вот. После каждой проклейки обязательно прохожу шкуркой. Вот нулевка шкурка. И прохожу, чтобы было гладненько. Вот. Этот холст я уже прошла нулевочкой. И он готов для того, чтобы его покрыть грунтом. Грунт у меня самодельный, недорогой. Ссылочка на такой грунт будет в описании. Спасибо большое Диане. Она поделилась рецептом такого грунта. Мне он очень понравился, я теперь его активно применяю. Вот такой вот грунт. Вот, видите. Диана называет его Гесса. Ну, я его тоже вот назвала Гесса, а так просто грунт. Вот. И сейчас мы загрунтуем этот небольшой холстик. В общем-то, процесс грунтовки аналогичен процессу проклейки. Также я набираю на мягкий шпатель грунт. Так вот распределяем. Ничего тут, в общем-то, трудного или особо, скажем, заковыристого нет. Все просто. Единственное, сильно жать не надо. Все очень легко делается, без какого-то нажима. Вот. Обычно я грунтую вот эту поверхность основную и боковушки. Вот. А обратную сторону я грунтую уже, когда немножко подсохнет, уже не мажется грунт. Все это уже кисточкой. Ну, что-то у нас тут много даже получилось. Можно нам немножко сбросить. Ой, намусорила уже. Так, лишнее, конечно, надо убрать, потому что слои накладываются тоненькие. Что-то я размахнулась прям. Много набрала. Ну, ничего. Думаю, сейчас все можем убрать. Так. Так вот заполняем, чтобы у нас не оставалось проплешин каких-то и дырочек. Ну, их на ткани видно. Что у нас тут? Какие-то уплотнения. Yes.
Так, и. Вот, кисточка. И сразу же прохожусь боковушки. Так, боковушки. Как же нам показать боковушки? Вот так вот, да? Так вот. Так. Прямо кисточкой. И вот так вот я прохожу все боковушки. В общем-то, вот и весь процесс грунтовки картины. Через сутки подсохнет я с обратной стороны. Вот, видите, эта обратная сторона не прогрунтована. Я прогрунтую. И опять подсохнет, и на второй раз. В общем, я грунтую два раза. Значит, после грунта, на первый раз вот у меня есть другие холстики прогрунтованы. Вот еще с обратной стороны не грунтовала, но сейчас тоже прогрунтую. Надо обязательно пройтись шкуркой. Обязательно. Вот он теперь гладенький, хорошенький. Если вам это видео показалось полезным, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Подписывайтесь на канал, пишите отзывы, комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием отвечу. До новых встреч. Пока-пока.